Иркутск – это ближайший крупный город Байкала. И, как мы, иркутяне, любим говорить, Иркутск – это столица Восточной Сибири. Это красивый и по-своему интересный город. Но главная его особенность – это близость к Байкалу. Итак, самый ближайший путь до Байкала – это Байкальский тракт. Всего 70 километров, и ты на Байкале, в поселке Листвянка. Добраться до южной части Байкала можно по трассе Р-255 Иркутск-Чита. Пожалуй, это самая сложная и самая загруженная трасса из всех. Там много перевалов, затяжных подъемов, серпантинов. И зимой эта трасса может принести немало сюрпризов в виде стоящих фур на заснеженных подъемах. Третий путь до Байкала – это трасса со сложным номером, который я даже произносить не буду, но мы называем его проще – Галоустинский тракт, потому что финальная точка этого маршрута – поселок Большое Галоустное. На сегодня мы отправимся еще дальше, и это самый длинный путь из четырех, финальная точка которого – остров Ольхон. По пути мы проедем Устердынский, Байндай, по дороге побурханим, может быть, пообедаем бузами, и, наконец, приедем на море. Малое, правда, но море. Если вам сейчас понятно, что я сказал, значит, вы были на Байкале. Если нет, тем лучше. Давайте отправимся туда сегодня вместе и посмотрим, что такое Великое озеро Байкал. Так, стоп. Что я только что сделал? Зачем выкинул монету? Я только что побурханил. Бурханить – это чисто байкальское слово. Иными словами, это воззвать к бурхану, верховному божеству или духу Байкала, и попросить, чтобы бурхан обеспечил дорогой на Байкал без происшествий. По пути вы можете увидеть вот такие места. На местном языке они называются Обо и Серге. Это святые места. Здесь важно задобрить чем-то местных, байкальских богов или одного главного божества – бурхана. Здесь все приемлемо. Бросить монетку, оставить сигаретку, спичку, зубочистку, да, все что угодно. Главное, что это ознаменует ваше желание поделиться с местными духами каким-то даром. Главная отличительная черта – это обвязанные ленточками столбы. Здесь, на Байкале, тесно переплелись между собой два религиозных течения – шаманизм и буддизм. Западная сторона Байкала – земля шаманов. А восточная – буддисты. Традиция вязать цветные ленточки на столбы пришла к нам из буддизма. Я сам не отношусь ни к тем, ни к другим, но не бросить монетку тут сродни преступлению. Поэтому мой совет – бурханьте. Иркутяне вам расскажут не одну историю, как они один раз не побурханили по пути на Байкал, а потом у них лопнуло колесо, сломалась машина и вообще все было плохо. Я лично бросаю мелкие монеты, 10 или 50 копеек. Говорят, не важен номинал монеты, главное, чтобы она была желтого цвета. Побурханили? Едем дальше. Дорога пролегает на просторах Иркутского, Эхерит-Булагатского, Байндаевского и Ольхонского районов. Многим такие наименования будут в диковинку. На Камне, как и большинству местных, такие названия, как Устьорда, Байндай, Куреть, Бугульдейка, Хужир. Названия как названия. Как, например, Ивановка, Сосновка или какой-нибудь поселок Лесной. Почти все местные топонимы бурятские. И не мудрено. Первые, кто заселил эти места – буряты. Их первые поселения относятся к 12 веку, а русские пришли сюда только в 17. В чем прелесть путешествия на автомобиле? Так это мобильность. Ты можешь остановиться где захочешь и когда захочешь. Заехать куда хочешь и когда хочешь. И я этим пользуюсь. Дорога до Малого моря не то чтобы слишком долгая, но по пути есть пара мест, в которые можно зарулить. Например, в Байндае, в 100 метрах от основной трассы, есть этнографический музей, но этот музей, как я выяснил уже после того, как увидел замок на входе, работает только по предварительной записи. Но не беда, сделаем обзорную экскурсию сверху. Итак, этнографический музей включает три типа традиционных усадеб. Бурятскую, русскую, белорусскую. Больше я ничего не расскажу, ведь внутрь я так и не попал. Окей, с этим музеем промах. Но ведь ближе к Иркутску, возле поселка Устьордынский, тоже есть свой музей «Золотая Орда». Хотя это даже не музей, а целый этнопарк. Там можно увидеть традиционные бурятские юрты и много чего еще интересного. Если туда попасть.
В этом этнопарке мне отказали в посещении, потому что проводят только групповые экскурсии, и они как раз ждали группу туристов, возвращающихся с Байкала. Опять промах. Еще одно место по дороге на Байкал – это деревня Тургеневка, которая была основана белорусскими переселенцами в 1909 году во время Столыпинской реформы. Тогда правительство царской России поставило задачу заселить земледельцами обширные земли Сибири, дабы развить этот край в сельскохозяйственном отношении. Жители Тургеневки переселились с западного Полесья, привозя с собой не только бытовой скарб, но и уникальную культуру земледелия, а также старинные славянские обряды и традиции. На этом экспресс-обзор мест на пути к Байкалу можно было бы и закончить, но... Проехать мимо тажиранских степей не получится. Дорога проложена аккурат через эту территорию. Тажиранские степи – это такой кусочек Казахстана или Монголии, размерами примерно 40 на 15 километров. Нагляднее всего участок просматривается со спутниковых карт. И за въезд на который нужно заплатить. Тажиранские степи, как остров Ольхон и Малое море, входят в Прибайкальский национальный парк, въезд на который начинается за поселком Еланцы. Тарифы за въезд время от времени меняются, поэтому советую проверять их на официальном сайте Нацпарка. Платить можно двумя способами. Первый – это приехать сюда, и вот в этом домике вам дадут вот такой талон. И второй способ – через личный кабинет национального парка. Заплатили? Едем дальше. Кажется, пришло время познакомить вас с Субариком поближе. Перед вами Subaru Forester 2012 года с атмосферным двигателем 2,5 литра, и это последняя версия Форестеров с механической коробкой передач и понижающим рядом. Перед приездом на Байкал я немного лифтанул кузов, поставил шины с глубоким протектором и установил широкие брызговики, дабы защитить кузов от камней. А, конечно, здесь постоянный полный привод. Привод на все 4 колеса на Байкале очень желателен, как и хороший клиренс. Но... И на обычном хэтчбеке сюда можно проехать. Ну, правда, не везде. Сейчас покажу на карте. От Иркутска до парома на Ольхон ведет полностью асфальтированная дорога. Вот это. Но многие интересные локации, которые вы скоро увидите, находятся в стороне от основной трассы. Тажиранские степи – это засушливая территория, поэтому грязь здесь найти тяжело. Но зато вся территория испещрена вот такими пыльными дорогами с каменистыми участками. По таким местам приходится двигаться медленно и осторожно, дабы не порезать колесо и не пробить поддон двигателя. Поэтому я тут подумал, что надо ввести новый символ в этот ролик. Данный символ, который вы сейчас видите, будет возникать в тех местах, куда, по моему субъективному мнению, можно проехать только на внедорожнике, ну, либо хотя бы на полноприводном автомобиле. Да, знаю, что вы сейчас напишите. Напишите, что да, я тут на девятке проеду. Возможно, и так, не буду спорить, но... Не все на Байкал приезжают на своих девятках, ну, либо вообще на своих автомобилях. Многие берут авто в аренду, а это уже другая ответственность. А теперь давайте посмотрим, что такого есть в Тажиранских степях. В 10 километрах от поселка Еланцы, в долине реки Анга, находится гора Йорт. Гора Йорт – это холм почти правильной куполообразной формы. Согласно древнему преданию, эта гора связывает небо и землю. И именно в этом месте высшие и низшие миры, где обитают духи, открыты для контакта с людьми. Много веков назад это место стало еще и центром проведения Йорданских игр, своеобразной олимпиады среди бурят. Здесь обязательно проводились соревнования по стрельбе из лука, скачкам и борьбе, а шаманы проводили священные ритуалы и жертвоприношения. Кульминацией праздника был национальный хоровод Йохар.
Практика проведения игр в этом месте прекратилась с приходом на Байкал христианских миссионеров приблизительно в 18 веке и уже в начале 20-го прекратилась вовсе. Йорданские игры вновь прошли летом 2000 года, и к настоящему дню они проводились уже 5 раз. Последний раз в 2019 году. А в этом году, в июне 2021 года, должны были состояться следующие. Однако по причинам, скорее всего, ковида, их перенесли еще на 2 года вперед. И следующие игры должны состояться в 2023 году. Это очень интересно именно с культурной точки зрения события. И я надеюсь, что через 2 года я смогу приехать сюда и лично убедиться в этом. И здесь же можно найти местные граффити. Наскальные рисунки возрастом 2500 лет. Сохранилось такое творчество на священной горе Сахюрте, долине реки Анга, бухтах Ая и Саган-Заба. Вот честно, мне удалось найти только одну группу изображений на этом большом блоке белого известняка на горе Сахюрте. И эти изображения лосиных фигур – одни из самых древних. В новейшей истории в Тажиранах построили асфальтированную дорогу и установили статую гигантского 4-тонного орла из бронзы. Мимо точно не проедете. Размах крыльев степного орла, который является тотемом тажиранских степей, достигает 5 метров. Это все памятники, оставленные человеком. Но что с природными памятниками? Такие есть. В первую очередь, это пещеры. Пожалуй, самая известная пещера – мечта. Нет, это не заветное желание, это название пещеры. Но вход в нее ограничен, и попасть в нее можно только в составе группы и гида, опытного спелеолога. 5 минут на сборы дают форменную одежду, фонарик и каску. Перед входом в пещеру краткий инструктаж и спуск. Пещера большая, открыта в 70-х годах прошлого века, то есть совсем недавно. Но молодой ее никак не назовешь, ведь она намного старше Байкала. Тут и широкие туннели, и очень узкие пролазы, где пробираешься по-пластунски. В пещере темно, совсем темно. И единственный свет – это твой налобный фонарик. Поэтому за качество съемки прошу извинить. Мечта – трехэтажная пещера, в ней множество залов, а длина всех ее коридоров составляет 850 метров. В некоторых местах есть вот такие, похожие на пенопласт, кристаллики – кристалликтиты. Здесь очень грязно. И иногда приходится ползать, где-то пробираться по-пластунски. Поэтому мой вам совет – одевайтесь погрязнее, потеплее. И берите именно обувь, которую не жалко. Вообще, здесь есть еще несколько пещер, но мечта самая большая и лучше всех остальных, если можно так сказать, приспособлена для посетителей. В целом, вся экскурсия заняла не более 1.5 часов. Цена билета 500 рублей. А мы едем дальше. Наверное, все уже заждались и хотят увидеть Байкал. В Тажиранских степях есть несколько красивых бухт, но, пожалуй, самая-самая из них – бухта Ая. Тажиранская степь – это еще и один из самых интересных геологических объектов на Байкале. Здесь есть уникальные минералы, которые в других местах Земли не встречаются. Один из таких минералов, обнаруженных в этой местности, назвали тажиранитом. Катаясь по Тажиранам, можно увидеть и минеральные озера. Это очень небольшие водоемы соленой воды, которые грядой с севера на юг пересекают Тажиранские степи. Но нам пора оставить Тажиранские степи и ехать дальше, к Малому морю. Малое море – это акватория в западной части озера Байкал. На бурятском языке Малое море называют Нарин-Далай, что в дословном переводе означает «узкое море». Его еще называют проливом или заливом. Акватория Малого моря отделена на юге проливом Ольхонские ворота, а на севере – проливом между мысом Хабои на Ольхоне и мысом Зама на побережье. Длина Малого моря 70, а ширина колеблется от 5 до 16 километров. Побережье Малого моря
Это любимое место для летнего отдыха иркутян. Благодаря тому, что здесь, относительно основного Байкала, конечно, очень мелко, то вода и прогревается лучше. Особенно теплые места – это отдельные заливы и бухты, в которых вода может достигать 22 градусов. Сезон обычно длится 1,5-2 месяца с июля по август. Но здесь не всегда так тихо и безветренно. Периодически из ущелья, что находится за моей спиной, вырывается сарма. Сарма – это название стирального порошка, моющего средства и фирмы по выпуску матрасов. Но прежде всего сарма – это ветер, ураганный шквалистый ветер, который сносит все на своем пути. Чаще всего сарма вырывается из этого ущелья в декабре, в ноябре и дует примерно 10 дней в месяц. Ну как дует? Скорее сдувает. Сарма может непрерывно дуть несколько суток. Ветер при этом бывает настолько силен, что валит деревья, переворачивает суда, срывает крыши с домов и сбрасывает домашний скот с берега в море. В прошлом сарма перевернула и затопила не одно крупное судно и унесла жизни не одной сотни человек. Но этот ветер свирепствует чаще всего осенью и зимой, а летом здесь можно спокойно отдыхать. Чем местные пользуются? В поселке Сарма и Курма, что неподалеку от ущелья, множество турбаз и гостевых домов, и летом они все заполнены. Но чаще иркутяне приезжают сюда с палатками или спят в машине прямо на берегу. Солнце на Малом море закатывается за Приморский хребет, поэтому красивых закатов отсюда не увидишь. Зато ночью можно поймать восход луны, пожечь костер, попить чай с чабрецом и пойти спать. Так я и сделал, а на утро отправился дальше. Дорога от Тажиранских степей до Сармы и Курмы, хоть и полностью гравийная, местами пробитая в скале, но она грейдированная. За ней следят и обслуживают. Но сразу за поселком Курма она заканчивается и начинается другая дорога. Конечная точка этой дороги и моего сегодняшнего маршрута – поселок Ангурен на севере Малого моря. И пока мы туда едем и любуемся открывающимися видами, предлагаю познакомиться с Байкалом поближе. Я надеюсь снять и показать вам еще не один выпуск, потому что уместить весь Байкал в один или пару роликов невозможно. Поэтому в каждом из байкальских выпусков я буду называть несколько интересных фактов о самом Байкале. Байкал, как я вычитал где-то, это озеро в превосходной степени, и о нем можно сказать уйму всего занимательного. Начнем с того, что вы и так наверняка знали. Байкал – это самое глубокое озеро в мире. Однако когда-то это было не одно озеро, а три поменьше, которые сегодня лежат в основании Байкала. Южное, среднее и северное котловины. А Малое море – это всего лишь неглубокий пруд в сравнении с основным Байкалом. Глубина Малого моря не превышает 210 метров, в то время как максимальная глубина самого глубокого озера на планете – 1642 метра. Вот как раз поэтому Малое море и прогревается лучше, чем основной Байкал. И вот тут произошло то, чего я ожидал и боялся. Thank you.
как это ни было грустно, но я не добрался до конечной точки сегодняшнего своего маршрута, поселка Ангурен. Как вы, наверное, заметили, я пробил колесо, и мне пришлось ставить запаску. В принципе, до Ангурен осталось где-то 40 километров, но я сегодня туда не поеду. Я не хочу рисковать, потому что у меня больше нет запаски, у меня нечем будет заделать прокол в камере, если что-то случится, и у меня будет просто не у кого даже попросить какой-то помощи, потому что я сюда ехал 3 часа, и за 3 часа мне попалась только одна буханка. Все, больше здесь никто не ездит. И оставаться без запасного колеса я не хочу, вот в этом месте, честное слово. И пара слов о дороге. Я, честно говоря, ее недооценил. Я думал, что коль на конце этой дороги существует населенный пункт, и даже не один, их несколько, общим населением порядка 1000 человек, туда должна быть проложена, естественно, пусть не асфальтированная дорога, но нормальная и гравийная. Здесь же я раз 5 или 6 проезжал бродом небольшие речки. Я прям удивлен сильно и, честно говоря, расстроен. А места тут прекрасные. Будь тут проложена хорошая дорога, здесь и не нужен был бы внедорожник. Здесь можно было бы приехать на обычной легковой машине и хорошо отдохнуть. Я вот приехал сюда, на этот залив, вот где, собственно, и пробил колесо, и, честно говоря, тут чили уже, наверное, час. Не надо ехать обратно, я уже должен выезжать, но я не могу отсюда отойти. Здесь прям кайфовое место, тут белый галечный пляж, и солнце греет, и ветерок такой теплый, не холодный, как обычно на Байкале, он теплый. И прям уезжать отсюда очень не хочется, но, к сожалению, уже пора. И я надеюсь, что я смогу добраться до какой-то цивилизации в виде шиномонтажек раньше, чем пробью остальные колеса. Ехать буду аккуратно, медленно и надеяться на лучшее. Пожелайте мне удачи. Хотя, что вам переживать? Вы все равно увидите, это уже смонтированное, так что. А я вот что-то очкую. На обратном пути я специально не стал забивать эфир какими-то цифрами и фактами. Несмотря на почти отсутствующую дорогу, ехать по побережью Байкала в летний теплый день – огромное удовольствие.
И я наслаждался этим, пока не... В общем, как я и предполагал, я пробил еще одно колесо. Да, наверное, по своей глупости. Проморгал тут такой острый камень, пролетел, видимо, ударил. Но так как запаски у меня больше нет, ремкомплект только для бескамерных шин, а у меня шина с камерой, я поехал в поселок, до которого вроде тут, ну, не знаю, мне кажется, меньше километра. Это до того места, где я сегодня ночевал. Поселок Сарма. Я очень надеюсь, что там есть шиномонтажка или хотя бы мне продадут камеру. Смотрите во второй части. Мы переместимся на остров Ольхон, самое сердце Байкала. Как обычно, прокатимся по местным дорогам и направлениям. Изучим поселок Хужир с его арт-объектами и найдем место, где растет самое старое дерево в России. И, конечно, все это увидим в разрезе трех времен года.